Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей рубрике будет лютый крафт. Лютый крафт. Лютый крафт. Лютый крафт. Сегодня я буду... Это, кстати, не готовая одежда, обувь. Мне настолько зашло, что даже их снимать не хочу. Блин, круто. Сегодня буду переделывать мою старую ненужную одежду, которую я не ношу, и делать из нее что-то крутое. Я буду переделывать несколько своих вещей и делать из них что-то более... Интересно. Я уже снимала похожее видео несколько недель назад, и вам это очень сильно понравилось. Если честно, то мне это тоже безумно сильно понравилось, поэтому я решила снять вторую часть. Нашла много классных идей, и сегодня я покажу вам, как их реализовать, и что вообще мы с вами будем делать. Это... Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, тык, и включайте себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. У меня есть вот такие желтые конверсы, они очень старые, ну прям очень, но носила я их супер мало, и это по подошве заметно. Я нашла там носки. Они не воняют. В Инстаграме я спрашивала, что мне делать с этими кедами. И мне прислали вот такую вот офигенную идею. Смотрите, это же просто шикарно. Мне очень понравилась эта идея, только вместо золотого огня я хочу сделать красный. Большое спасибо подписчице в Инстаграме, которая прислала эту классную идею, потому что сейчас мы будем ее делать. А еще в магазине я увидела это. Но зачем тратить столько денег, если можно сделать все самой и сэкономить? И именно эту идею на старых кедах я и буду повторять. Я хочу сделать круто, так круто, чтобы я их реально потом носила, а не чтобы на помойку отправить. Как круто я сделала в том видео джинсовку. Я ее реально ношу. Ну, носила бы, если бы не было так жарко. Вот. Кстати, зацените футболку. Это мне подруга подарила. Я ей сказала, что в следующем видео я буду в ней, но я просто проорала, когда она мне это принесла, потому что это просто, ну, это кислота. Все, как я люблю. Чтобы их кастомизировать, мне понадобится белая краска для ткани, красная краска для ткани и черная краска для ткани, а также какой-нибудь обычный карандаш. Я не до конца понимала, как нужно это делать, поэтому я написала нашему главному эксперту. Давайте посмотрим, что написала Маша. Мармарис. Маша. Сначала надо начать с коничневого цвета. Ой, коничневый будет красным, я подумала, так будет лучше, посмотрим. Мнению эксперта мы доверяем, потому что эксперт себя хорошо проявил, так что пойдемте пробовать крафтить. Только что я заметила, что на картинке вот эта часть язычка, это же называется язычок, да? Она черная. Наверное, начнем с того, что ее покрасим в черный. Я не человек и не горошек, я ежик, грустный ежик. Достаточно очевидно, что это нужно будет сначала пойти и погладить, потому что. Не уверена, что это должно выглядеть так. Просто здравствуй, просто как дела? Я банан, сладкий, я банан. И зовут меня Банан. Покрываем скотчем второй. Вот эти части стыки я буду прокрашивать маркером. Пока это сушится, хочу заняться джинсами. Хочу взять какие-нибудь старые, но относительно нормальные джинсы, которые я ношу, и сделать из них какие-нибудь крутые джинсы. Например, у меня есть вот эти вот джинсы, по-моему, это Zara, самые супер-мега-базовые. И я, короче, хочу их сделать сейчас такими, чтобы они классно подходили под те кеды. Я хочу, чтобы у меня был комплект кедом, поэтому я хочу нарисовать здесь огонь. Черный огонь. Прям огромные-огромные такие штуки от огня сделать. Кстати говоря, совсем забыла вам рассказать. Вы у меня в прошлом видео, где я делала крафт, спрашивали, не сотрутся ли вот эти вот краски, вот эти маркеры, если ты их постираешь. Нет, они не сотрутся, потому что это специальные штуки, которые созданы для рисования по ткани. Главное не стирать их в горячей воде, а если вы будете стирать в холодной воде или тем более руками, то с вашим принтом ничего вообще никогда не случится. Кот, почему ты лежишь на моих джинсах, которые даже еще не скрафчены? Пафосно, Китса, что происходит? Вы, конечно, настолько пафосны, что решили, что теперь вы можете устроить себе здесь лежбище. Посмотрите, он даже на меня не смотрит. Ему настолько плевать. Он смотрит сквозь меня, он делает вид, что меня здесь нет. Со своей коровкой и покеболом. Приклеиваю джинсы к столу. Я подложила туда коврик для того, чтобы, когда я сейчас делала рисунок, мне не мешала задняя сторона джинс. Насрал в кувшин. Ау! Билли
заклеиваю кармашки и всякие другие штуки, чтобы они у нас не закрасились. Билли Джин насрал в кувши. Плохо видно, но я надеюсь, что вы поняли смысл. Здесь у меня будет с одной и с другой стороны типа языки черного огня, и при этом они не симметричные. Я специально сделала их немного разными, потому что, ну, мне кажется, так будет круче. И сейчас я буду это закрашивать. Сначала маркерами, а потом уже краской. Вот что получается пока. Мне, кстати, даже уже в таком виде нравится. Если, конечно, бы ровно сделать обводку, можно было бы оставить так, но я хочу закрасить это черным. Поэтому теперь я уже беру краски. После того, как все границы я сделала, я обезопасила себя от того, что я зайду за них и будет фью. Open up the safe, bitches got a lot to say. To see any face that'll put you in your place. Одна готова. Красим вторую. Смотрите, как круто выглядит. Мне кажется, эти джинсы будут просто лучшими. Мне так хочется в это верить. Ну просто огонь, реально огонь. И вот они, джинсы. Блин, надеюсь, когда я их надену, они будут выглядеть круто, потому что сейчас мне объективно нравится, как это выглядит. Что ж, ждем. Кстати говоря, эта штука почти просохла, я думаю, где-то через час можно будет с ней заняться. Это сохнет, видео для ТикТока смонтирую. 2 hours later. Короче, джинсы готовы, и пока все это время они сохли, я пыталась монтировать видео в ТикТок. Я сделала очень сложное видео с безумными переходами, короче, со всеми делами, еще и типа под песню. И когда я снимала это видео, я забыла, что у меня практически не открывает рот, но типа, я думаю, вы заметили, что когда я разговариваю, у меня практически рот не двигается. И типа, я это поняла уже, когда стала монтировать, и я просто вскрылась, потому что там такое ощущение, как будто я не то, чтобы слова не знаю, как будто я вообще не понимаю, что происходит, потому что идет песня, слова, которые я прекрасно знаю, и мой рот. А я не плачу, это тихон попал в глаз. Очень расстроена, но хотя бы джинсы высохли. Блин, смотрите, как круто они выглядят. Сейчас надену, посмотрим. Блин, ну они такие крутые. Вау, мне так нравится. Йо. Время примерить джинсы. И... пам-пам! Как вам джинсы? Мне кажется, получилось просто офигительно. Это так круто выглядит. Только подкатать их надо, а то не круто. Да, завороты уже никто не носит, но мне удобнее, когда у меня вот эта часть ноги свободна. Я не знаю, как это объяснить. Ну, просто вообще шикарно. Выглядит достаточно простенько, но, типа, они как будто реально обрели второе дыхание и стали более актуальными. Мне кажется, очень даже круто вот так вот ходить. Ремень надену, вернусь. И с ремнем. Прикольно то, что эти джинсы было достаточно быстро делать. И, блин, такое ощущение, как будто реально новые джинсы купила. И выглядит это прям вообще... Прям вот я вот оценила. Когда я увидела, как это делают, у меня взорвался мозг. Вы сейчас офигеете, потому что если это у меня сработает, а если сработает у меня, напоминаю, сработает абсолютно у всех, понимаете, у вас вообще отпадет необходимость покупать какую-либо одежду с принтами. Вообще всякую одежду с принтами. Я столкнулась с проблемой. Я каждый день сталкиваюсь с множеством проблем, но сегодняшняя проблема проблемнее, чем очередные мои недопроблемы. Я абсолютно не знаю, что мне распечатать на футболке. Поэтому я решила зайти в Pinterest. Прямо сейчас он у меня не открыт. Кстати, как говорить слово Pinterest? Pinterest, Pinterest или нормально, или Pinterest? Pinterest. Ничего не буду вбивать, просто зайду и 17-ю картинку, потому что моя любимая цифра, я, короче, выберу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну вы серьезно? Ну почему? Ну почему? Ну что за хрень? Почему я должна буду распечатать на футболке прическу Сима? Ну нет, это же просто изговняю футболку. Это, конечно, была прикольная задумка, но я же это не буду носить.
А смысл именно в том, чтобы носить одежду, а не прическу какого-то Симы. Эта прическа мне даже не нравится. Я выберу что-то другое. Тот же самый принцип, только я вобью в раздел манго. Потому что, ну блин, я не хочу носить парики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо, что не на это. А, все, я должна носить вот это. Ну, ок. Половину изображения добавлю, потому что я хочу, чтобы у меня был красивый эстетичный прямоугольничек. Возьму вот эту верхнюю часть. Вот получилась картинка. То есть она получается, ну, в принципе, она будет как он. Так что, наверное, нормально, если вот так вот ее закрепить здесь. Этот способ выглядит достаточно простым. Все, что нужно сделать, обернуть картинку со всех сторон пищевой пленкой. Вот так должно получиться. Включаем утюг, раскладываем футболку. Выбираем место, куда мы это будем клеить. Я буду клеить куда-то сюда. А еще я в тот раз допустила ошибку, я рисунок неправильно положила. Чтобы рисунок перенесся, нужно положить его вот так, а не вот так. Потому что в противном случае это будет наш рисунок. А мы же так не хотим, мы же хотим вот так. И теперь пепперскую бумагу мы раскладываем поверх вот этой штуки. Блин, уже надо снимать, но стрёмно, рил стрёмно. Ладно. Еще 2 секунды подержу, и мы сделаем это. Вы готовы? Вы готовы? Потому что я нет. Охренеть. Оно реально сработало. Просто зацените. Боже, это так круто. Это так круто, и оно так сочетается между собой. Вообще, be like. Я написала подруге, что я освоила технику делания футболок. И сказала ей, а впрочем, сами посмотрите, что я ей сказала. И вот что она мне прислала. Вот это. Вот это она мне прислала. Если она через минуту не пришлет мне что-то другое, я реально ей сделаю это. И буду очень настаивать, чтобы она в этом ходила гулять. Она ожидаемо прислала мне это, поэтому быстренько сейчас сделаем. Я только что дошла до того, что какая сюрреалистическая ситуация. У Шота на лице утюг. Знатоки поймут. Боже, это же так шикарно выглядит, мама дорогая. Если будете это делать, обязательно меня в Инстаграме отмечайте. Я хочу это смотреть, какие картинки вы будете делать. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Мне там дали галку, ребята, мне дали галку в Инстаграме. Я 2 года ждала галочку в Инстаграме, и вчера мне ее дали, и я была так счастлива. Пожалуйста, поддержите меня, блогера с галкой в Инсте. Давайте проверим, как будет выглядеть футболка. Просто это эстетика. А если ее заправить, интересно, как будет? Лучше или хуже? Крутяк. Крафт. Это я сама делала? Да, я думаю, тебе надо относить. Я относил. Я буду ее заносить, мне это нравится. Да. Я вообще-то хорошие джинсы взяла. Очень круто. Я рад. Лисунька молодец. Лайк поставить. Ну, здравствуйте просто. Лиса что-то делает своими руками. Сама Лиса в шоке. Настолько, что говорит о себе в третьем лице. Hello. И вы говорите о себе в третьем лице? Вот я не знаю, потому что я, кажется, уже начала. Что ж, возвращаемся к нашим кедам. Сейчас я буду делать рисунок при помощи обычного карандаша. А где обычный карандаш? А, обычного карандаша. И потом покрывать белым. Вот это папа поворот. Меня ужалил челобав, урод. Вот это папа. Ну а теперь белым цветом покрываем. Все, пока одна будет сушиться, приступлю к другой. Как раз я думаю, пока я закончу вторую, это уже полностью просохнет, и можно будет тут дальше рисовать. Все, теперь ждем, пока это все полностью высохнет, и когда высохнет, буду покрывать красным. Но выглядит уже очень круто. Как вам? Так, высохло, продолжаем. Красная краска. Look at me.
Это было очень потно. Охлаждаю ботинок. Хлебная жаба. Вот как это выглядит. Мне кажется, это должно быть очень круто, когда я сделаю до конца. Когда вот здесь вот сейчас будет черный еще огонь. Рассушить надо. Черная краска. И вот он огонь. Блин, мне так нравится. Вообще. Скорее высохни, я хочу тебя примерить. Двойной удар красавцев. Мне очень нравится. Это просто настолько круто выглядит. И я в шоке. Я реально предала им вторую жизнь, и теперь только в них буду ходить, потому что это выглядит... Это очень круто! И представляете, можно было бы купить в магазине такие же, только за 10 тысяч практически. А так вот, пожалуйста, краска, старые кеды, которые я не носила, и выглядит огонь. Вам нравится? Потому что мне очень нравится. И я счастлива от того, что я буду носить эту вещь реально, а не просто так она у меня есть. Капец, блин, я не верю, что я это сделала. Мне так понравилось. И все было так просто. Но времени сожрало много, но все было в целом просто. Надеюсь, что видео вам понравилось. Вы ставьте лайки, если вам нравится такой формат. Я, может быть, что-то еще интересное придумаю. И всем спасибо. Всех люблю. Всем пока.